Здравствуйте, я хотел спросить, аппарат на платной парковке с какого числа будет действовать? С первого. То есть с первого числа? С первого числа по всему району везде будет платно. А вообще даже на Московской? Вот. Посмотрите карту с разметкой. А там типа просто писать платная парковка, да, где указывает, показывает? Там, где платная парковка, стоит дорожный знак 10-20-30 и буква П. Не, я знаю, это вот. Просто спрашиваю, уточняю. Там где знаки есть, зеленый, синий, платная парковка. Блин, да, сложновато стало. Это 100 рублей час с 8 до 8, да, получается? Да. Ой. Ну. Короче, надо отсюда переехать. Потому что... Согласен. Ты что? Сколько будет там 1200 в день, да? Ладно, спасибо большое. Короче, болды. Көріп тұрғанымды, олдың салуын бермедім, үзір. Просто мана қанғы разметке қылған қазір көк. Паласа қылып жүзіп шыққан. Центр шахар, ну, диаметрінің радиус қанша қойған 10 километр. Атрофыдан центрі 5 километр, 7 километр құда біледі. Машинаны қойдым. Парковка қылып. Машинада бірінші числода, бірінші ноябрда. Уже она бы аппаратки тура укласыз, пожалуйста, олдын. Хафтада бір күнге 3000 штрафы да, агар ушу күні мотору куп койган бусайз. Азыр унаган опты шашты, енді платный парковка куп койшты. Почти весь шахар центрлерді, и анаган ақыдыр жойлады. Енді яңы құрылген райолы деген бусы кере. Енді бұдегені лазыз бұйырдан көч ва бошқа жойдан квартира снимать кулдыгены болады. Шынак яблаз, дослар. Лайк босып, комментарий юзып койсала. Йоки машинаны сотып кутыласан, йоки просто пешком миросан. Гаражга опкырып кой бидым. Или вообще чекиралжадан уйолышки тор келед. Кук паласа бу зарар куманды, йоки бір пешенеге чыккан, чыккан дейді ма? Майлы, яқшиде көршейлі. Ана бір есеп первое отделение, уйарам милицияның уйесі. Короче, бәнам аши валид қылыш керек. Яқши қол елі.